Привет, друзья! Сегодня 22 октября. На связи питомник Ореховод Практик. Решил снять очередной сюжет упаковки саженцев. Пучки на дальнем плане по 50 штук. Это у нас будет очередная партия на Украину отправляться. Собственно говоря, о чем я хотел поговорить. Если вы помните, в предыдущем сюжете я говорил о глубине посадки. Вот смотрите, это у нас был выбракованный однолетний саженец в прошлом году. Высаживал я его на доращивание и получил вот такой вот прекрасный посадочный материал. Глубина посадки, как вы видите, была всего лишь 15 сантиметров. То же самое и остальные саженцы. Это у нас был брак в этом году. Как вы видите, прекрасный посадочный материал. Ну как добиться таких корешков? На самом деле все просто. Это не заглубленная посадка. Ну, видите, что у нас получается школочкой. Вот она, фактическая глубина, на которой рос саженец. К чему я веду, друзья? Не садите глубоко саженцы. Не ставьте под молодые однолетние побеги перегной. Как я говорил, амафоса будет достаточно для успеха. Конечно, вы можете выкопать яму полметра, 70 сантиметров, уложить на дно минеральные и органические удобрения, так называемый сделать заряд на перспективу. Затем присыпать этот заряд обыкновенной землей и высадить саженцы в эту землю на глубину 15 сантиметров, но без контакта с перегноем. То есть максимум вы можете вносить амафос и высаживать на глубину 15 сантиметров саженец и делать сверху мульчу, как я говорил в предыдущем видео. В принципе, еще раз покажу упаковку. Эта партия у нас едет в Украину. Вчера мы высылали партию на территорию Российской Федерации. Спасибо, друзья, что уделили время и посмотрели данное видео. До следующих сюжетов. Пока.